завершился третий международный фестиваль «Золотой Чарли». Победителем стал фильм «Шанс» киевского режиссера Александра Фомичева. В киноленте авторы рассказали историю глухонемого мальчика и его больной матери. Победители получили путевку в Грецию. Гран-при фестиваля «Золотой Чарли» получила короткометражка «Шанс». Киевский режиссер Александр Фомичев рассказал историю глухонемого мальчика и его больной матери. По сюжету ребенку выпадает шанс поучаствовать в фестивале для глухонемых детей. Мальчик побеждает и получает в подарок деньги. На них его маме делают операцию. Александр признается, проблему глухонемых людей он знает изнутри. С этим недугом живет его мама, и он сам работает в театре для глухонемых. Я ехал когда из Симферополя в Киев, и буквально за ночь я написал полностью сценарий. Короткометражный фильм «Шанс» — это отрывок из того сценария, который я написал. То есть там есть предыстория, есть еще завершение. Первый день съемки вообще там было дубли 10-15, потому что когда он первый раз видел камеру и постоянно улыбался, а нам надо было, чтобы он был серьезный. И там уже применяли, даже папа там его...